И всем привет, мы вернулись в игру. Вот мне прислали сохранение, чтобы я сделал обзорчик на базу. Давайте посмотрим, что тут да как. Так, мне говорили, что там внутри этот вот глобус. Надо куда-то его поставить. Там вроде бы там где-то... А, вот здесь может поставить. Нет, тут ему мастерской явно не место. О, лут. Курочки, что у вас там есть? Еда. Что-то там есть. Сейчас зайдем в холодильник, посмотрим. Вот супчик есть. Давай я тоже съем. Попью. Покормим курей, пока будем шастать по карте. Ну, сначала здесь, конечно, все посмотрим. Так, вот вам одну дайте мне, пожалуйста. Пойдет. Тоже пойдет. Курица уже больше нестись не будет, к сожалению. Жалко, почему бы она дальше не неслась яйца? Ну, в смысле, каждый день. Какая разница? В реальной жизни куры так и делают. Несутся. Ну, ладно. Так. Ну, что ж, я отвлекся на курей. Начнем все обсматривать по-нормальному. Так, а это что у нас? Лифт, кнопочка. Печка потухла. Вот еще глобус стоит. Да, тут вот большая на глобусе такая непонятная за Америкой штука. Так, ладно. Неплохо такое место для релакса. Эть, а, пройдет, я думаю, что не пройдет. Можно включить свет. Выйдем раньше. Так. На мотоцикле еще поездим. Комнатка там внизу где-то еще есть. Ну-ка. Помидорчики растут. Картошка, наверное, да? Морковка. Нет, это тоже картошка. Картофель и картофель. Стеклянный пол. Можно порыбачить. Но, правда, рыбы не вытащишь. Если с окна рыбачить, по-моему, там не дотянешься, чтобы ее достать. Здесь это кондиционер работает. Но я его не вижу. Где-то что в текстурах, в смысле, где-то между перекрытиями спрятаны. Это что? Щелочка сверху. Наверх, наверное. О, вот сюда можно глобусы поставить. Где он там? Вот он. Сиди и пялься на глобус. Часть головы мешается. Ну ладно. Так, тут оружие сломанное. Лук сломанный. Еще один. Много на него, на ремонт его нужно. Кстати, надо... Эх, а что мы не проходим? Голова застряла. Ладно. Где же кондиционер, непонятно. Вот здесь стенка, что ли, внутри. Так, где там? Ну, куда им прилепись? В смысле, это голова? Нет, кондишена я тут не вижу. На втором этаже, может быть. Это вряд ли. Нету его. Где он? Где он прячется?
Балкончик. Елочка. О, надо было здесь поставить. Ну ладно. Километр вон туда ехать надо. Тут аж три точки вон вижу на карте. Ну да, это я тут стенку снял, но кондишн я все равно не вижу. Где-то он там, может, бочками спрятанный. Тоже как бы нет. Вода проведена. Это туда он идет. А кондишн где-то прячется. Не пойми где. Щелочка какая-то, что там. Стекло какое-то. Это улица. Вот тут тоже я его не вижу, чтобы он где-то висел. А вот он где молотит. В спальной. Вот это я молодец. Отсюда не выйдешь. Ну ничего страшного, сейчас заберем стенку. Блин, да ты шутишь, о, тогда так можно. Немножко перестроили базу, самая малость. Так, вот выход наверх, так, пошли дальше. Так, верстак. Материал, кстати, здесь я сделал порох, чтобы сделать немножко патронов. На всякий случай. Я весь забрал, весь, ладно. Токарный станочек. Апской будет. Электрические запчасти. Мебель. Да, мебели раньше реально не хватало. Ловушка. По-моему, там кто-то попадался даже. Кролик. Ага. Сундук валяется. Тоже где-то еще печка горит. Горит еще. Пускай пожарится. У меня еды совсем нету. Но еды тоже как бы насчет еды. Может наверху где-то. Так, тут мы все смотрели. Радиатор это. Есть, есть. Вот он, кондиционер. Выключу пока. Чего нету? Шкаф. Одежда. Так, это вниз, я уже там был. Плита. Ну, как бы и все. Куча ресурсов, в принципе, много довольно-таки. Тут всякое разное. Скушаем. Вот, отлично. Так, наверх я там поднимался. Где там-то лестница? Вот она. Поднимался, но мельком. Куча солнечных панелей. У меня столько нет. На крышу не вылезешь. Эх, ветряки. Морковка, картошка. Шкафчик. Кухонька такая маленькая. Эти кресло, столик кофейный. Ну, прикольно. Так, ну и добывающие бурилки. Ну, вот и отлично. Диванчики вот эти прикольные смотрятся. Так, ну ладно, поехали. На другие базы посмотрим. Наверное, сразу поехать там, где подальше. Или там, где поближе. Не, вот так вот. Тык-тык-тык-тык. И он уж туда. Так, ну что ж, поехали. On both.
Интересное кино. На дереве, типа домик. Домик как будто бы на дереве. Слышь, Миша, ты чё тут ходишь? Ага, бурилка добывающая. Долго кремний добывает. Долго-недолго, но добывает. Так, а тут что у нас? Ружишко можно пока и спрятать. Лифт наверх. Это, я так понимаю, тот домик, который на дереве сейчас. Посмотрим еще бурилки. Маленький балкончик. Прожектора. О! Тут должно было быть животное, но его уже нет. Так, еще глобус. Электроника. Батареечка есть. Кстати, в ружье есть фонарик. Фонарика в ружье вроде бы нет. Ну ладно. Наверное, еще там другом был. Так, ну посмотрим. Это ж кнопка вызова лифта, да? Тут не страшны никакие медведи сверху. Так, медок. Что-то я давно уже, кстати, не видел этих. Пчелы мне не попадались очень давно. Всякое необходимое. Баллончик с водой этим, вот. Кислородом. О. Компактная такая комнатка. А, вот люк есть. Тут тоже солнечные панельки, ветряки. О, рыбка, еда. Что там у нас по еде? Можно так подъесть. Чего страшного. Попьем. Здесь, кстати, интересно, дерево можно рубить отсюда прям? О! Как удобно. Даже ходить никогда не надо. Вижу, на балкон порубил дерево. Помню, там еще одно есть, да? Правда, не показывать тебе, сколько там осталось. Ну, да ничего страшного. Больше 4 все равно не даст. 4. Или это большое? Наверное, 6 даст. Нет, уже все. Уже тебе ничего не даст. Так, удочка. Лампочка. Прикольно. Прячь. Топорик. А вот грядочки. Классно. Домик на дереве — хорошая идея. Там смотрю, генератор он стоит. Сейчас спустимся, да посмотрим. Ну давай. Балкончик. Кресло еще.
масса. Это технический этаж. Генератор. Так, поехали дальше смотреть. Пока прикольно, подожди. Надо выйти. Выход здесь. Так, я здесь смотрел? Вроде да. Так, лифт вот тут. Кремний. Или что там? Обсидиан. Так, где-то тут еще поблизости что-то есть. Точку. Вон. То поехали туда тогда. А, не, вон же. 300 метров туда. Там можно было бы и мостик построить. Тут невозможно выехать под таким углом. Только объезжать надо. Опа. А куда это, мне интересно, собрались? Стоит это... Тут оно что добывается? Обсидиан добывается. Ничего тут лазить. Так, вот еще грядочки. Шкафчик. О, костры. Много костров. Кухонька, кстати, еда есть. Яйца есть. Ой, готово есть. Давай возьмем одну штучку. Ну или две. Нет, все-таки одну. А, это вход был. Сумочка лежит. Спальня. Радиатор. Кондишн, дай пройти. Не торчит, то хорошо. Генератор, ну, отлично. Все, что надо, все есть. Опа, это что закрыто? В смысле? Под замочком. Что-то я такого не помню, что... Массы типа нету из-за этого. Так и тут массы нет. Что-то я не понял. Я такого не видел, чтобы замки были. Хотя после обновления я, по-моему, не понял. Бейсик командор, по-моему, даже не заглядывал. Ладно, надо будет потом позаглянуть. Ну, поехали дальше. Там, где там, то... А, вон аж туда. 1400 метров.
Так, 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 так. Красная лампочка. Краска для мебели. Куча обсидиана, у меня вообще его нету. Ну, там чуть-чуть есть, прям капельку совсем. Водичка. Почему-то я проходить здесь не могу. Пока не присядешь. Какой-то баг у меня, скорее всего. Кстати, а еще рано есть. Бак с водой. Сколько энергии? Полно. Пускай качает воду. Кроватка. Обыкновенная. О, большущий ящик этот. Я их не делал. Тут полно еды. Можно было с собой не брать, но да ладно, сидим. Кто ж знал? Варенье. Ягодный джем. Чатни. Волк гуляет. А ну, кстати, интересно, сколько сейчас... Типа разлетается дробь. Это застрял там. Блин, далеко убежал, не видно, я уже за камушек спрятался. Жулик. Ладно. Я даже не заметил, сколько я в него энергии срубил. А вон этот вот фильтр для воды. Не видно. Ладно, ушел он. Письменный столик, диванчик, акваланг. Самого акваланга нет, зато есть удочка. Елочка. Елочка тоже энергию потребляет. 30, по-моему, единичек, что-то такое. О, тут еще что есть. Солнечные батарейки. База на самообеспечении. А, у меня там генератор надо гонять все время. Не хватает этих вот. Ну вот, вроде бы больше я ничего точек других не вижу. Тех мы уже были. Блин, ехал, ехал, да не так куда-то поехал. А, подожди, тут что-то еще есть. Тоже был курятник, точнее говоря, есть. А вот и он, а вот и вода. Так, ну вот такой вот, такие вот базы. Прикольно сделано, у меня все по-простому, коробочки, да, здесь. А тут это вот все-таки я почему-то не прохожу здесь, не знаю почему, но не прохожу. Спиртяжка есть. Так, еду посмотрели. О. Интересно, когда сидишь за столом, кушать можно или нет? Допустим, на пояс положить. А, нет, голода. Ну, тогда воду. Воду, по идее, можно. Да. Можно. Так, ну вот. Что ж, вот такой вот был обзор. База, так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.